Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Многие вязальщицы, которые вяжут от разных мотков, либо с конусов, имеют одинаковую проблему, когда нить подается неравномерно. То есть одна нить с одной скоростью, другая с другой. В результате один из слоев может быть длиннее, чем другие, и создавать вот такую неприятную петлю, которая отразится на качестве нашего полотна. Есть самый простой способ избежать этой проблемы. Мы берем любой уплотняющий материал, в данном случае это уплотнитель бытовой техники из коробки, отрезаем небольшой кусочек и делаем в нем разрез. В этот разрез вставляем все слои, все нити от мотков и от конусов. Дальше крепим к нитеводу нашу пластину, причем крепить можно чем угодно, я креплю струбцинами. Просто вот таким вот способом. При этом разрез не дает расходиться нашим нитям, и они всегда будут иметь одно натяжение, соединяясь в одной точке. Какого бы размера ни были мотки, они все равно, даже разматываясь неравномерно, будут подаваться с одним натяжением. И можно спокойно вязать. Провиса у вас уже точно не будет. Видите, одна нить подается плавно, вторая дергается. После нашей конструкции общая нить абсолютно идеальна. Такую же конструкцию можно использовать при перемотке. Если это видео было вам полезным, если эта идея вам понравилась, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.